Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба и продолжаем путь Скиппи. Да, сегодня будет вторая серия, получится по Скиппи, потому что я вчера пропустил, и как бы после первой серии я уже понял, что нельзя играть соло бои, вот эти сложные, да, это надо играть чисто командные бои, но перед этим, конечно же, откроем легендарный сундучок, изумрудный сундучок за 20 тысяч рейтинга. Наконец-то, да, дошел я до 20к рейтинга, хотя у меня даже не все персонажи по 1000 рейтинга имеют. Ну вот оно как-то так. Смотрите, дальше сейчас сколько наград, еще на 25 тысяч будет изумрудный сундук. И еще до 30 тысяч. Легендарно, но мне как бы эта система не очень нравится, им бы ее переобновить, потому что она, ну вы видите, да, она некачественно сделана. Как бы 15-я лига, да? Ну лиги-то не важно вообще. Но почему она такая длинная, почему у нее такие слабые награды, как бы, ну не слабые, просто странные награды на самом деле. 8, смотрите, вот логика. Легендарный сундук, 2000 монет. Легендарный итем, 8 жетонов. Что? 8 жетонов? Не 800? Не 800, понимаете? Было бы нормально 800 здесь жетонов увидеть. Даже, ну, 400, 500, 300, адекватно, да? 8. 8, просто 8. Что это за логика? Что, 20 кристаллов, опять 8. Сундуки. Ну, вот странно это всего, и 8. Вот это их непроработка, вот этих моментов, это, конечно, удручает. 7. Ладно, поехали. Давайте открывать изумрудный сундук, вдруг у него... Выпадет панда, и поехали. О, слышали, пролагала прямо игра. Надеюсь, это к лучшему. И, короче, не буду тянуть, поехали. Ну да. Ну да. Кстати, на фламинго выпадает, хорошо будем фламинго бустить дальше. На 13 уровень есть даже чем. Ну, обидно. Как бы, где мой панда, где ты, где ты, друг? 3000 кристаллов мне в магазине предлагали последние разы, я помню. Даже скидку уже не предлагают на панду, вы понимаете, да? Либо ивент выполняй на... События, на где надо будет победы брать, да? Либо вот это. Ну, я подумаю еще, подумаю. Итак, отправимся на скипи в командных боях. Тащить стаб менять не буду, хоть мне и нужны другие темы, но... Когда ты в замесах играешь на скипи, ты без этих итемов то, что сейчас на нем надето, просто не выживешь. Просто не выживешь и не внесешь нормального урона. Итак, пати у нас два... Ну, сильные ребята достаточно. Сильные достаточно ребята у нас здесь в пати. Лутаем пока что аптечку. Лиська здесь есть. Лиська, дай яйцо. Лиська, дай яйцо. Требую хил от Лиськи. Нормально. Так, ну чё, у нас какая-то Я, кстати, не глянул, где легендарный босс был. Поэтому идем. Ой-ой-ой. О, вы просто видите, да? Куз зашел, сразу игра начала очень жестко лагать. Непонятно почему. Тут же даже ничего не было. Вот как не до Джейд добежать? Как не добежать до Джейд? Непонятно. Просто взяла и убежала. Аккуратненько. У нас жираф почему-то нам стоит очень странно. Гляньте, просто лагает. Блять, какие лаги! О, я просто не могу. Как же жестко лагает. Как же жестко лагает. Бегу к нашим ребятам сюда. Ну, походу, я не успею, да? Или успел все-таки? Успел, да? Ну, тут слишком жесткие челики против нас. 14, там 14 уровня, и сейчас нас просто задушат. Я ничего не могу сделать, нужно как-то выживать. Лизя не ставит вообще яйца. Лизя вообще яйца не ставит. Нам нечем резать. Меня просто душит, ну, нереально. Нереально, там 15-й левела, 14-й. Еще и постоянно закидывают пиксы, это просто нереально. Ну ладно, первое поражение, что, бывает. Но очень жестко лагает даже здесь. Если в сложных боях лагает, но почему здесь так сильно лагает, я не понимаю. Тут же игроков меньше, почему так сильно лагает? Походу, это не из зависимости от режима, это просто лаги самой игры получаются. На самом деле, очень обидно, когда такое происходит. Ну ладно, немножко слил рейтингом. Погнали дальше. Мне сейчас главное победы забирать, где возможно, да? А сливать рейтинг в очень малом количестве, то есть выживать. Даже если ты уже видишь, что проигрываешь, надо будет отделяться от команды, не драться до конца, да, и выживать как-то. О, золотая гранатка. Ловим гранатку. И погнали. Ну, просто смотрите на это все. Не могу попасть в хамелеона, к сожалению. Или к счастью, не знаю.
Блин, блин, сейчас помру. Ух, выжил. Пытаюсь я как что-то сделать, но не получается вообще ничего. О, у нас там... Мы аптечку забрали, да? А чё не мы? А кто залутал аптечку? А, вот. Нормально. Не наснул я льва, пока он тут стоял, хилился. Я завязал одну аптечку, сейчас еще одну завязаем. Надо жирафа догнать. Минус жираф, отлично. Так, хильнемся еще одной аптечкой. Они сейчас, ребята, наши еще полутают одну. Шикарно, шикарно. Не знаю, жирафа выпадет, не выпадет что-то. Ну, аптечка еще одна будет. Ого, вы видали? Пол хп. 12-й этот. 11-й фламинго сносит. Пол хп, понимаю. На тебе, чел. Блин, куда на меня все летит? Так вы берите автотака, куда летит. Да почему ты в меня попал-то, алло? Я же был фиг знает где, вот. Прикол в этом, понимаете, да? Прикол в том, что я был очень далеко от него. Да бери ты аптечку уже, что ты притянул? И все равно он в меня попал. Все равно. Каким-то рандомным что. Хотя, мне кажется, он стрелял в Никса. Вот я прям чувствую, что стрелял в Никса, но попал в меня. Да, блин. Вот челик играет с сандалями святого. У них что, артефактов там по 10 штук? Я не понимаю. Им, ну, вот в плане того, что типа складировать на персонажах, как они могут столько артефактов? Там же нету столько мест. У нас сейчас команда разделилась, но надо хоть как-то вместе играть. Бычка-бака сейчас нашего убьют. А, понимаю, понимаю, быка отдали. Ну а что я не могу сделать? Когда здесь такие жесткие игроки против нас, видите, да? Ну все, это надо валить. Это надо валить, но уже не вытащить. К сожалению. Ну вот так вот, ребятки. Да, только что видели. Бак, Бакс и Никс, вот этот вот, слили нам игру. Во-первых, Никс, он убежал сюда налево. Непонятно, что делать. Бак убежал... Куда? Бак убежал сюда направо, непонятно, что делать. Зачем они убегали, разделялись, непонятно. Ну, я буду так выживать. Мне нет смысла сейчас умирать. Минус один день как бы не страшно, но все равно хочется хотя бы в ноль выйти или... О, в плюс один сейчас уже вышли, нормально. Сейчас там эти между собой подерутся, и мы там уже останемся... Сука, должны в 7 человек остаться в итоге и занять там плюс 2, плюс 3 рейтинга, возможно, получится сделать. Нет смысла сейчас там... Вот видите, одного еще убили. Нет смысла делать что-то другое. Еще сейчас одного не убивают, и мы спокойно можем уже драться. Мы, конечно, проиграем, это понятно, но хотя бы рейтинг у нас будет там плюс 2, плюс 3. Так, надо сначала Никса убить, потому что именно он последний. А нет, тут две разные пачки, серьезно? Тут тройка, видите, тройка этих, да? Тут, короче, тройка получается тех. Мне надо очень аккуратно себя вести, чтобы победить хоть как-то. Походу, я сейчас умру, конечно. Да, убили. К сожалению, два бака это слишком жестко, у них еще аптечки были. Обидно, мы могли здесь победить, эти просто там жили за счет этой Джейд, блин, которая просто, ну, за счет ХП там стояла. Надо было просто их выдавить оттуда и затащить. Я немножко ошибся в своем плане, я думал, что-то получится развалить этих двух баков спокойно. Но урона не хватило. Близко к ним все-таки сложно подойти, поэтому вот, получилось, что получилось. Ну ладно, нечего расстраиваться. В принципе, сейчас можно взять еще, думаю, если повезет, нормальная команда попадется, то можно взять топ-1 и выйти на 1300 рейтинга наконец-то, да. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Погнали в бой. Фу, тяжело, тяжело. Мы сюда сейчас попали. 4 сквада получается, да? Легендарный босс в центре. У нас очень хорошее расположение, на самом деле. Мы сейчас здесь все залутаем. Максимально эффективно. Я намекаю, что... А, здесь уже взяли. У нас так уже серебряная гранатка. Так, ну можно пойти дальше вниз. Жалко, здесь нету какого-то быстрого чата. Вот сюда, знаете, как бы в игру куда-нибудь давать значок чатика вот сюда. Чтобы можно было быстро что-нибудь написать, типа держаться в ми... Хотя нет, тут мы для этого есть маленький.
наши ребята тут убивают Никса, еще кого-то там пытаются убить. Кстати, видели, акула продамажила на последнем ходу, да? Пойду за аптечкой, заберу ее, потому что не хочу драться без аптечки. Жираф с сандалиями святого, капец. То есть, понимаете, у него артефактов типа хватает, ему даже и он с сандалиями святого за счет этого играет. Ну, Джейд нельзя отпускать, она все-таки высокого уровня. Додушили Джейд, молодцы ребята. Так, сейчас надо объединиться как-то на один материк, прибежать. Материк. Нормально вроде заюзался, да? Ну, вроде. Дробовик только вот последний не полетел куда надо. Да блин, кто это так... О, капец, видели, меня толкнуло. Какой наглый восьмой уровень, вы видите это просто? Это такая жесть, реально. Какие же они наглые. Блин, я сейчас ошибки очень большие делаю. Надо сейчас задепать этого челика. Не дать ему его похилять. Сейчас Джей побежит через кусты. Так, сейчас надо выжить, главное. Аптечку-то мы заберем. Кое-как. Так, ну пока что все хорошо, в принципе. В принципе, все хорошо. Мы, наши ребята хиляются. Лиззи очень сильно помогает. Очень сильно прям помогает Лиська. Я заберу аптечку. Легендарная граната. Пусть Луи забирает, у него... Или Лиззи, неважно, короче, пусть забирают. В принципе, тут пофиг. У нас вся патия сильная, кроме Никса. Вижу Никса, не вижу препятствий. Почти добили, кстати, Никса. Все, добили, отлично. Я немножко отъединюсь от команды. Ну, быстренько взять аптечку. Блин, ну видели, он его то ли откинуло, то ли что. Из-за этого я не попал, короче, в него. И все, мы победили. Я же говорил, будет победка, изи. Кстати, я не самый больший килл вообще сделал. У нас Никс 8 уровня делал 5 киллов. Мне кажется, он просто подобивал, но не суть. Все равно эффективный Никс у нас остался. Молодцы все ребята. 20 рейтинга получили. Изи 1300 преодолел. Это, если не ошибаюсь, 5 дней осталось до конца второй недели, как бы вот. Это 12 левел скипи. Это я уже перешел с того, что уже не играю в соло боях. Ну, в сложных боях. В стандартах я тоже играть не буду. То есть остается только для понятия рейтинга. Это легкий и командный, и все. И больше нет варианта вообще понятия рейтинга в этой игре. Обидно, реально обидно. Ну, единственное... Хотя нет, даже в командных боях ни на одном персонаже... в соло-боях ни на одном персонаже не получится нормально сыграть, потому что все просто страдают фигнёй там. И там очень сейчас неинтересно, я не знаю, зачем это все делается. Но вот такая у нас сейчас игра. Я думаю, разработчики это все видят, думаю, когда-нибудь они что-то придумают. Поэтому ждем, надеемся, верим. Да, вера нужна в этой игре. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Вот такие сегодня карточки получились на скипе. Реально очень хорошие командные бои получаются сейчас, да? То есть, видите, более-менее адекватная уже команда получается. И за счет этого получается нормально поиграть. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.